Сегодня второй день гуляний, пир на Волге. Даже слыша его, он испытывает к нему некое почтение и некий трепет перед этим искусством. Потому что театр самое незатертое, самое живое и никогда не повторяемое в своей искренности искусство. И самое доступное людям. Вот самое доступное. Потому что в нем не надо разбираться. И умоляю вас, никогда не начинайте разговор даже с народным артистом или с каким-то выдающимся человеком с фразы «Я, конечно, не театрал, но я скажу». Театр, он был, есть и будет. Зацепило или не зацепило? Вот меня не зацепило. Или, слушайте, это потрясающе. В нем никогда не надо разбираться. В нем надо просто ходить, смотреть и ощущать себя человеком, который чувствует. Под аплодисменты нашей публики потрясающей. Ты, мой дорогой, это единственный ребенок, который был в театре в это время. То есть мама написано 18+, 21+. Она говорит, пусть с детства знает, пусть видит все. И эту правду тоже. Давай двумя ручками держи. Спасибо большое. Девушка, которая гордо отвернулась от еды, но потом вспомнила, что не ела со вчерашнего вечера. вам тоже вот такой вот маленький презентик от шеф-повара, от меня лично с пожеланиями. Приходите. Огромное спасибо, постоянно. Не, вот смотрите, смотрите, когда люди работают... Тихо, тихо. Когда люди работают в один микрофон, это очень красиво и сближает. Расскажите мне что-нибудь обо мне. Фантастика, фантастика. Я этого не помню. У меня есть личный, персональный летописец, с момента которого я не помню. Спасибо вам. А запомнился Валерий Кириллов ролью Деда Мороза. Итак, моя однопомилица потрясающая. Я вам дам 2 вилки. И все? Я вам дам блюдо. И самое главное, что я вам дам совет. Совет. Приходите всегда есть. Вот эти все... Пакета. А полное денег. Кто-то сегодня открыл и сказал: ух ты, бутылочка, хорошо начинается день. Да, ну я не знаю. Это был мой пакет. Не знаю что, может твой открыли пакет, да. Мы еще раз благодарим народного артиста России, художественного руководителя Первого русского театра имени Петра Волкова, Валерия Кириллова, с тем, что... За то, что он к нам сегодня, во-первых, пришел, за то, что рассказал столько историй, за то, что, как мне кажется, превратил наше кулинарное действие... И за разговор смел своей харизмой... В театральное действие, и вы практически сегодня бесплатно, что характерно, что обидно для Гриши... Что приятно. Посмотрели целый спектакль, целый моноспектакль, целый, в нескольких лицах, в нескольких каких-то проявлениях, и в стольком количестве разнообразных оттенков. Да. Спасибо вам большое, Валерий. А мне спасибо, было обидно, кстати, мне вот плохо, одно. Не было в зале криков «Браво!». А не надо! Давайте не «Браво!», «Браво!». Не надо. В одну и в другую сторону. Наклон вперед мы не делаем. Приготовились, подсчет. Раз, два, поехали. Эч! 1 удар, 1 выдох. Ни! Сень! Си! В! Рык! нам мы всегда готовы. Заплатить за ложь последний доллар. Мы всегда так счастливы бываем, когда нас яркий брызг лжи купают. Именно поэтому весь мир состоит из ярких лжи картин. Выбор на любой вкус и цвет. Для тебя лжи запретов нет. Небо красивое.